Добро пожаловать, друзья мои, меня по-прежнему зовут Брейн, и мы продолжаем играть в Battlefield 1, разбираем по кусочкам, по крупицам новый шедевр от разработчиков DICE. Ну что ж, давайте посмотрим, есть у нас режим Conquest, мы уже записали два ролика, посмотрели, повоевали, есть и второй режим, который доступен у нас в открытом бета-тесте, называется он Rush. Вместе со своей командой вы должны атаковать, либо защищать определенные точки, в данном случае какие-то объекты. Давайте выберем прямо на ваших глазах, посмотрим, как быстро меня закинет в игру. Могу сказать смело, что это, наверное, батла у нас самая быстрая по заходу. Мы исключили бета-лог, мы исключили все вот эти вот моменты. И время от того, как вы запустили игрушку и начали играть, примерно проходит где-то 1 минута. Можете засечь, посмотреть. Я надеюсь, что сейчас нас никто не подведет, и какие-нибудь школа-хакеры ничего взламывать не будут. Так, нас куда-то бросило, давайте новый для нас режим, мы играем по-прежнему за Турцию. Знакомых ников я тут не вижу, скипаем и начинаем играть. Ассалт у нас наша тема, сейчас попробуем наш класс. Так, здесь я еще ни разу не играл, поэтому давайте смотреть. Defend the objective. Так, есть А, есть Б. И как я понимаю, будут враги сейчас тупо волнами на нас нахлынивать. Будем обороняться. Так, я уже готов. Оу, точку А уже захватывают, а это не есть хорошо. Сейчас Олежа покажет мастер-класс. Сейчас, ребята, затащим, блядь. Смотри, там уже бежит один наш. 13 метров. Мне просто интересно, кто этот смельчак? Кто меня убил? Ах ты, зараза. Я так все со стороны казалось, как будто я сам себя прибил. То есть, типа, я совсем додик и взял себя убил. Ладно, СБС, хорошо. Мы сейчас разыграемся и посмотрим, насколько оно нас затянет. Потому что режим Conquest лично мне дико понравился. Вот такая вот маленькая карта. Все та же у нас сами, или как она, пустыня наша это называется. Все очень пока интересно. Сейчас посмотрим. Так, ой, координаты отправлены артиллерии. Это уже нехорошо, как по мне. Давайте хоть кого-нибудь убьем сегодня или нет. Вижу, есть техника, есть танки, есть лошади, между прочим-то. Поэтому сейчас мне куда-нибудь там надо было бомбу, по-моему, разминировать. О, мать моя родная! Ты что делаешь, падла? Что вообще происходит здесь? Куда ты бежишь, стопешка, братиш? Куда ты помчался-то? Так, ладно. На тебе, сука! На тебе еще раз! Ух, тихо. На тебе противотанковую поебеньку! Давай, детка! Давай, давай, зараза! Еще одна! Оооо, хорош! Вот это было найсово! Ух, Олежа! Я вам и танкист, смотри, там кто-то на лошадке скачет у нас. Сабли наперевес! Боже мой! Спаркл зонда нас завалил. Я только хотел, кстати, попробовать в этом ролике. Мне писали, возьми саблю. Сейчас попробуем, друзья мои, взять сабельку и попробуем кого-нибудь с ней убить. Так, мне нужна лошадка. Но лошадки, к сожалению, в моем распоряжении пока нет. Если я где-нибудь найду, я обязательно ее возьму. Если нравится Battlefield, не забывай ставить палец вверх. Ты будешь крутым чуваком, и у тебя все будет в жизни хорошо. Так, смотрим, что у нас тут дальше. Лошадей я пока не вижу, которых можно было бы захватить. Так, если что, кидаем сразу противотанковую. Мало ли какой... Танк! Я понял, что там танк, мать твою! Там, блядь! Это что было? Кто... А, танк 17-й, легкий танк ФТ-17 завалил нас. Ты понимаешь, насколько сложно? Маленькая карта. Помните башню Зива, допустим, да? Вот такие вот маленькие Close Quarters, я помню, дополнение называлось, одно из моих самых любимых. Вот такая вот жесть там примерно творится. Режим неплохой, знаешь, чтобы потренировать скилл, чтобы потренироваться вообще, в принципе, можно даже поугарать. Да, нет тех масштабов, но играется тоже очень достаточно неплохо. Так, сейчас мы попробуем кого-нибудь, может, завалить в этот раз. Вау! Да, согласен, все херово. Че там, кто там у нас? На, сука! Воу! Тихо, попал! На, еще раз! Гниль подзаборная! Так, в танк мы задамажили немного. Вау! Что это такое? Я что-то бросил. Бросай в него! Давай, минируй, придурок! Минируй его нахер! Минируй, танк грибуный! Давай! Что это было вообще? Что это за вакханалия? У меня рука в голову ушла. Но это было забавно. А вся проблема в том, что мы играем-то буквально с вами, ну, часа два от силы. То есть не все эти нюансы еще знаем, поэтому надо будет попривыкать немножко, чтобы нормально можно было тащить. Мне лошадь сегодня дадут или нет? Я чуть не понимаю. Так, точку А я не могу... Могу в танке оказаться, кстати. Я еще ни раз, по-моему, не катался так полноценно. Знаешь, говорят, детям спички не игрушка. Вот игрушка ли для Олежи данный танк, для меня пока
остается вопросом. Так, ну давай немножко покатай. А, так вот у нас как ты стреляешь. Я понял тебя, братишка. Я тебя прекрасно понял. Давайте хотя бы со стороны посмотрим. Очень грозное на вид орудие. Так, вау! Mother of God! Привет, гнида! Чё, всё херово у тебя? Взрываться будем или чё? Оу! Твою мать! Просто, друзья мои, какие-то пиздарики. Нас завалили, да. Это, как я понял, легкий танк у нас был, и для одного, мне кажется, не варик. Окей, давай попробуем еще раз. Так, может нам класс поменять? Меня, в принципе, полностью мой устраивает, как бы. Медик, наверное, не вариант, хотя меня сейчас, наверное, за медик перекинут. Да. Да. Ух, лошадочка! Лошадочка моя хорошая! Стоп, не убивай лошадь, дебил, ты что делаешь? Моя лошадь, моя хорошая. Вот наша сабля. Я вам ни разу еще не показывал, как тут, собственно, турки-то саблями машут. Или махают, или машут. Я думаю, суть это не меняет. Давайте попробуем кого-нибудь завалить. Так, вперед! Хотел крикнуть за стол. Блин, там танк! Там танк! О, нахер! Сектор потерян у нас, напишет. Да, сюда бы Леню Якубовичу. Тихо! Огонь! Аккуратно, родная, тут действительно стрёмно вообще передвигаться. Я что, застрял? Походу я... Ай, меня и снайпер пытается что-то валить. Но у него это не особо получается. Там танк катается, и мне это не очень нравится. Я, пожалуй, это дело как-нибудь оббегу. Аврон! Сейчас ты такой Аврон сделал. Аврон. Я так понял, что именно в режиме Раша у нас преобладают тупо легкие танки. То есть, как вы видите, пехота, по-моему, практически никого особо-то тут не нагибает. А это не из круто. Так, у нас А и Б захвачено. Это хорошо. Давайте еще раз. Медика класс мне в данном случае пока не нравится. Я еще не разыгрался за него. Есть шприцы, но лечить мы тут просто банально никого не успеем. Поэтому побежали дальше творить добро. Здесь надо брать... Опа! Все, уже лошади ничего не осталось. Чего вы в нее стреляете? Да, я сяду. Бегом! Бегом, братиш, тихо. Оп! Можно вот так рубить. Да, штык-ножом тоже может делать жесткие дела в этой игре. Мне бы кого-нибудь найти, чтобы чиркнуть, я вот бы не отказался. Вон там, по-моему, кто-то есть. Если это не... Блять, там танк. Япона, мать. Так, ладно, спокойно. Привет, братишка. Опа! Как тебя чиркнуть, падла? Да я тебя чирк... Мы так не договаривались. Мы с тобой так явно не договаривались. СБС 956 по-прежнему нас навалил. Мне интересно, кстати, если танк переедет, допустим, лошадь, что-то с ней будет, не будет. Так, я думаю, что вот этот режим ассалт самый идеальный в данном случае. Потому что можно и танк забросать гранатой, и, собственно, в обиде свою жопу не оставить. Так, добро, сейчас побежим, посмотрим, что у нас тут. Ну, танк помечается, нет? Пометили, отлично. Ты заметил, что нет никаких базук, РПГшек и прочего? О, тихо! Блин, там еще снайпер! Японская городовая мать! Так, давай. Турецкий пряник, беги быстрей! Какой-нибудь наверх хотя бы. Если эта гнида сейчас здесь проедет, я его могу, в принципе, сверху жахнуть нехило так. Братишка! Ты где? Блин, он уехал. Тихо! Я только думал быть хитрее, но оказалось, что не получится так сделать. Так, там наши ребят... Смотри, как мы сделаем. Сейчас будет тактика просто партизанская. Так, где этот засранец? Слева, справа? Просто интересно, где он? Тихо. А, они уже бомбанули его. Я только-только понадеялся, что все будет окей у нас. Уай, да как так-то? Вы заметили, что в этом раше мы тупо с вами сливаемся от танков. Танки и снайперы. Это две категории, у нас два класса здесь, которые тупо всех нагибают. Ты ничего не сделаешь. Поэтому мне больше нравится играть именно на конквесте. Там тоже есть танки, но не так они у нас тут в большинстве. Так, лады, побежали еще раз. Ах, побежали, хоть что-то попробуем сделать. Но, между прочим, мы как бы с вами лидируем. Я смотрю, что враги как-то не особо парятся вообще насчет этого. Давай. Посмотрим, как наши ребята вообще что делают. О, бляха-муха! Воу, братан, ты что делаешь? Я понимаю, что все плохо. Но могло быть и явно хуже. Так, ладно. Блядь, со всех сторон. Вон он, давай! О, еще один пошел! Я хоть немножко его задамажу, скажи мне честно. Ты знаешь, вот это уже, блядь, не смешно на самом деле.
Вот это действительно ни хрена не смешно. Так, у нас есть еще одно место, но там, к сожалению, пока недоступен. Может, я могу другой какой-то класс взять? Что это такое? Фраг, клаб, амапак. Это не то, это тоже не то. Берем ассалт. Самый нормальный вариант в данном случае в данной игре. Так, хорошо, побежали, посмотрим. Может, все-таки улыбнется нам Дишман он его назвал. Вот. На тебе обычную гранату, падла. Тихо, 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 тихо. Ну убей же его. Да что ж такое? Ох, ракование сегодня у нас обеспечено. Сектор потерян. Ну, не знаю. Да, вот по секторам смотри. Пока наши есть, не знаю, надо попробовать захватить все. Так, ну что, будем рисаться? Можно я рискнусь? Пожалуйста. Готово. Не на лошади, не... Нуб-кемпинг. Да, да, да. А, нет, это враг пишет, что мы нубка. А как иначе-то, ёпта? Они на своих грёбаных танках тупо нас заваливают. Это не есть хорошо. Вот я хочу вот это что такое попробовать. Это для меня в новиночку. Это пулемет, но он слабоват, мне кажется. Да, Defend, согласен. Вот наша вся пиздобратья здесь собралась. Посмотрим, что получится. Я могу подойти вот так вот и... Опа! Кинуть туда одну штуку. И кидануть еще подальше. Сразу несколько гранат, которые должны, по идее, вывести танк. Все? Что это такое? А нет, это мне не надо пока. А, динамит! Нет, динамит мне пока... Воу! Тихо, 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 тихо. Давай на пузо быстро лег. И палим, что у нас тут происходит. Все, врачиш, я думаю, это плохая идея. Может, не надо тебе туда идти? Ты видишь, насколько все плохо. Пока мы лежим, жизнь у нас потихонечку восстанавливается, как я понял. Это хорошо. Что-то как-то я странно на пузе это самое туда-сюда ерзаю. Отлично, давай сюда. А выше забраться, в принципе, можно, но, наверное, не стоит. Опа! Шикарно! Что хорошо в этой игре на 100%, так это прекрасно, когда взрывается твоя вражина. Взрывы действительно колоссальны. Так, там плохо. Там все очень плохо. Так, давай сюда. По-моему, ветер поднимается. А с таким ветром играть я даже не знаю. Это, кстати, очень похоже, знаешь, действительно, на Star Wars Battlefront уже. Мы теряем объекты один за другим, и это не есть хорошо. Вон там, по-моему, гнида. О, тихо. Тихо, тихо. Там уже вражеская территория, туда зайти, увы, не предоставляется возможным. Знаешь, я бы оптику, наверное, какую-то купил, потому что без оптики здесь ловить нам как-то особо даже нечего. Так, залезть можно здесь? Пробуй, Олежа, пробуй. Прямо, ай, прямо огонь как-то вообще не... Ну, быстро, быстро! Я не понимаю, как тебя завалить, падла! Ты понимаешь, насколько все... Упора там на сегодня. Серия, такие, знаешь, просто проигрыши жутчайших. Хорошо, скипаем это дело. Я сейчас посмотрю, может, я могу купить скаут, вряд ли. А вот поддержка, в принципе, наверное, имеет... Нет, это мне не надо. Кастомайз давай. Кастомайз и посмотрим. Ну да, оптические штуки у нас тут явно недоступны сейчас. Давай назад. А что у нас есть у поддержки? Кастомайз. И посмотрим, может, я могу что-нибудь приобрести. Так, это похуже будет. Остальные пока у нас закрыты. Надо прокачать именно выше класс. О, давай пикаль себе возьмем, однявы. Так, пистолетцы у нас есть. Динамит и противотанковая мина. Откроем это дело тоже. Антитанковая. Тоже можно еще один динамит взять. И у нас есть лопаточка. Лопаточка нам сейчас явно не нужна. Ну что, попробуем. По крайней мере... О, нас переместили в новый сектор. Смотри, как интересно. Вот здесь уже можно, в принципе, где-то даже спрятаться. Плюс херовейшая погода. Плюс просто жопная погодка. Тихо. Тихо. Да, видишь, старая добрая карта. Просто немножко режим отличался. Да, я сюда сяду. Было бы кого еще стрелять, нихера не видно. Так, тут жопно. Побежали к нашим, посмотрим хотя бы, что у нас здесь творится. Давай, 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 дружище, в темпе. 45 метров. Вон он. Вон он, падла. Ай! Господи! Шарпшутер, откуда? Как? Скажи мне, пожалуйста, как он оттуда смог меня вынести? Да, серия просто лютого бомбежа. Ну ничего, иногда нужно и проигрывать уметь. Чтобы потом эпично побеждать. Я хотел проверить свой пистолет, кстати, который мы открыли. Вот наш пикаль. Так, ну что, проверим его, как он действует у нас.
Сейчас кого-нибудь найдем. Это наш. У него нет смысла стрелять. Опа! Ни хрена. Так, Олежа, давай. Хэндехох нет. Тут хэндехох кричать вообще не вариант. Чего, кого-то забанили даже уже. Видишь? Урум-бурумчик там, по-моему, крикнули. О! Тихо, не надо нам тут ничего кричать. Я даже кого-то попал. Так, врачиш, давай. Лошадку я бы тоже хотел взять. Но я боюсь, что толку будет очень мало. Мне вот тут нравится. Мне вот здесь вообще уютненько. Это называется кемпинг, друзья мои. Ну, кемперство. То, что мы сейчас с вами делаем, это нехорошо. Так, давай попробуем немного проползти вперед. Посмотрим, как там дела у нас. Так. Ох, там что-то вообще непонятное за... Вау, граната! Граната же, братиш! О, господи. Что у нас происходит? Может, и нам кидануть туда что-нибудь? Давай, давай, давай. Опа! Полетело. Так, тихо. Тихо, тихо, тихо. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, надо как-то очередность какую-то делать, что ли. Очередями стрелять хотя бы. О, там танк. Тихо. Смотри, как мы делаем. Ух, полетела, родная птичка. Так. Я бы динамит поставил, наверное, но у меня, по-моему, его нет. 14% жизни. Братан, братишечка. Как же так-то? Давай пока ляжем. Это, конечно, мало нам поможет здесь лежать. Чё-то моя тень движется отдельно от меня. Меня это немножко пугает. Ух, там расколбас какой. Не, ребят, надо бежать. Там тупо танк, и я боюсь, что я один там не справлюсь. Наших всех перевалили. Вон, братан, у нас там что-то шкирится. Давай попробуем это дело как-то оббежать хотя бы. Тоже не вариант. Тоже не вариант. Вау! Нифига! Как мы от пули-то убежали. Не-не-не, дружище, может, не надо? Там все плохо. Там все очень плохо. У нас ничего нет, чтобы бросить. Ай, смотри, я могу клеймер поставить. Тихо. Оп. Падай, падла! Хоть кому-то убили! Слава богу. Хэндехох! Хэндехох! Тихо. Я думал, может, клеймер реально тут забубенит где-нибудь. Вот тут поставлю. И что это такое? Оно типа взорвется, наверное, если туда наедет, да? Так, лады. Главное, самому не ба... Ладно, немножко кон... Тузи нам явно не помешает. Слушай, там такой трэш творится. Оп! Панамать. Хорошо, может, просто грет? На, падла, куда ты собрался-то? Привет, падла. На, сученыш. Делаем вид, что мы шлангом прикинулись. Давай, давай, перезаряжай. Там несколько ребят вон по карте видно, что не там все. У меня патронов нихера нет. Пометили, отлично. Мне пикаль был. Ладно, Russian 1895 Marksman. Хорошая тема, но, к сожалению, вот как-то так. Мы, знаешь, как говорится, держались до последнего. Все, а можно скипануть. Фух. Ну, опять же, я думаю, что любители подобного режима найдут себя именно вот здесь. Это неплохо. На самом деле, очень даже добротно. Мне даже может это понравиться, если я еще немножко поиграю. Заставь себя любить Battlefield 1. Вон там у нас кто-то бегает. Я так и турецкий выучу. Падай, падла, какого... Как, объясни мне, ну как? Это могло произойти, я не понимаю. Надо поменять, наверное, оружие, или, может быть, что-нибудь другое поменять. Руки, например. Так, давай, может, за медика попробуем? Чё-то мы реально давно за медика не играли, а то один и тот же класс. Пистолет. Может, попробовать кастомизировать? Давай глянем, что у нас есть. Вот такая вот штука. Она вроде даже получше... Нет, тут дамага больше. Так, это не то. Бандажи у него, костыли есть. Так, здесь у нас... легкая противотанковая граната. Давай ее откроем, пускай она у нас будет. И здесь, я думаю, вот лопаточка подойдет идеально. Но он, по-моему, сейчас закрыт, пока нет. А, нет, лопатка есть, окей. Все, деплой, поехали смотреть. Че у нас там дальше? Че как-то безжизненно у нас? Objective Button. Сейчас тебе покажу Objective Button.
Я хотел бы кого-нибудь на штык-нож насадить. Мне кажется, это было бы забавно. О! Привет, падла! На, сука! Ай-яй-яй-яй-яй! Одного мы насадили, к сожалению, или к счастью, но второй нас, увы, прибил. Они нашли себе идеальную позицию. На самом деле их там еле было видно. Так, давай дальше. Поиграем, посмотрим. Как видите, все играется довольно неплохо, без глюков, без проблем. Танк я брать не буду, мне он как-то ничего не подпер в этот раз. Так, дома уютненько, хорошо. Я бы отсюда даже не выходил, наверное. Так, лежанцы побежали дальше. Творить добро. И изучать, как у нас работает Open Beta Battlefield 1. Что-то бахнуло. Так, тут враги у нас вряд ли появятся. А вот... О, блядь, там танк! Там танк уже есть, это плохо. Давай, пожалуй, сюда. Привет, красавица. Ой, не надо было ее бить, наверное. Гоу-гоу, именно что гоу. Я хочу попробовать все-таки сабельку жахнуть. Тихо, тихо. Сколько там ублюдков? Привет, падла. На, сукин. Что это было? Что это было? Объясни мне, пожалуйста. Это было жестко. Если хочешь тупо слиться и быстро умереть, бери лошадь и иди под танк. Это без вариантов. Так, идем дальше. Идем дальше. Есть у нас противотанк, и в принципе можно играть нормально за медика. Так, погнали. Стоит целиться, зараза. Тихо, не надо. Не нужно нам этого делать. Блять, падла. Хочется, но колется. Привет. Сюда можно сесть? А, это одноместный. Туда уж никак не сядешь. Чего у вас там за канитель происходит, братишки? Что-то он там вылазит. О, как там все плохо. Как же там все хреново, я бы сказал. Так. Подожди, у меня, по-моему, есть маска. Надевай масочку. Подожди, у меня есть граната. У меня есть грена. Граната или нет грена? Бля, это что ж такое? Ладно. Завалили просто как тузи-грелку. Да, сегодня у нас действительно бомбящая игра. Так, кого мне взять, кого посмотреть? Давай попробуем. А, давай. Мы пройдемся по всем классам, посмотрим, может, я еще что-то могу открыть у тебя. Так, остальное закрыто, пистолет менять не будем. Здесь тоже не все хорошо, АМПК. А давай противотанковую возьмем, она у нас уже открыта. И возьмем лопатку, пожалуй. Чудненько, поехали. Нас имеют, друзья, просто по черноте душевной. Ох, пулеметище, это, конечно, вещь. Это просто папское оружие. Нападло, блядь! Нормально, сейчас вот тут упадем в кустиках, перезарядимся. Там, по-моему, наших очень-очень-очень жестоко поимели. Знаешь, в этой игре лучше все-таки не стоять на месте. Батла — это жизнь, как и наша жизнь, по сути. Да я вижу, что они там все плохо захватывают. Привет, бро. Оп. Перепрыжечка. Бляха-муха. Потрошки, отлично. О-о-о, какой-то мадовый обстрел прошелся. Привет. Так. Может, не надо туда вылезать? Зачем ты на крышу лезешь? Снайпер сразу вынесет. Ведь как я сейчас почувствовал себя турецким человеком-пауком просто. Вон они бегут оттуда. Что это было? А это победа? Честно говоря, я думал, что мы тупо сольемся. Зато, друзья мои, сегодня мы посмотрели с вами режим Rush. Так у нас называется, доступен в Open Beta, то есть помимо конквеста можно было и вот так вот порубиться. Надеюсь, что понравилось, спасибо, что смотрели, до скорых встреч, пока-пока.